Здорово, ребята! Ну что, сегодня сплав по Березине с Андрюхой, вот выбрались сплавиться. Андрюха уже тут бомбит. Попробуем поймать щуку, как бы в планах данного, ловить щучки немного, попробовать, ну, сплавиться. Будет, наверное, весело, интересно. Смотрите, погнали. Фью, комары прям ужасно так нападают. Тут еще Андрюха пока кончик вклеивает там свой. А? Ну, вклеил, короче, клей не высох пока что. Закинул первые уже нюансы тут. Уже было, так сказать, пару забросов, пока тихо. Пробуем на такую рыбку. Сейчас, такую вот. Зелененькую. Там цвета будут меняться, плоточку поставим, там кренки, блесенки. Будем пробовать, ну, будет интересно, так сказать, тюльпанчик этот осадить. О, глянь, что-то выплыло. Видел горбик? Не видел? Во, только что. Во, прям горб такой, хуяксин. Че, Андрюха, зеленого пиздатого повесить, покажи. Зеленый шершень. Ну, это китайский. Ватсон 110. Ну, че, прикольная расцветка такая. Похоже на как она. Так, ну блин, в них не особо разбираюсь. Еще, конечно, прикорились, короче, якоря нету, такой способ, блин. Короче, берем водоросли, и вот тут, где крепится весло, просто зажимаешь его, получается, и все, и стоим просто вот на середине, по сути, без якоря, без ничего, стоишь. Вот. Ну, сейчас вдоль травы будем кидать тоже, как бы распускаемся, то есть, ну, одна вроде как поклевка была, но не знаю, что слабенькие ударчики были, и вот как бы попробуем вдоль травички этой пройти. Опа, бля, была. Но я... видел, да, и раз, и уже... потянуло, блядь. Ну что, Белспир, как ты так, а? Ну, она... потянуло было. Да, ну, блин. Кушок или что? Ну, скорее всего, кушок, я так понимаю. Первая поклевка была на Белспир, как бы вот под самым тут вот была, подвела, но такое чувство, что это кушок был, если честно. Опа. Ой, нифига себе, прямо в эфире, так сказать. Ребята. Первый раунд. Добрал. Прямо в эфире, ну покажу, да. Добрал. Небольшая, да. Блин, на толлспиннер. Блин, прикольно. В прошлый раз, видимо, она за лепесток схватила. Блин, ну, мне кажется, толлспиннер такой, там, тройник, что там, блин, вообще, мне кажется, упал он и захватился, а тут она как-то не засеклась. Он так еще подводит под самое это. Ну, в принципе, у меня поклевочка была на силиконку, типа такая небольшая. Тут прям уже вторая прям засеклась. Ну, то есть, Андрюха, кстати, тюльпанчик относительно так починил этим. Усадкой термоусадочной. Да. Но все равно прокручивается, но не так, что, блин, конечно. И опять, да. Короче, тут... Это стоит, наверное, здесь. Ну, нравится. Вот. Ну, будем продолжать, не знаю, надеюсь. Короче, что тогда будет. Кстати, главное... хорошо, это, вроде тройник открыт и все, а проходит пушинки даже не цепляют. Наверное, да. Очень хорошая проходимость. Вот, ну, сразу перекусили, чтобы или вот пошел процесс немного. Посидели, перекусили. Андрюха говорит, уже и темно, это холодно. Давай где-нибудь на солнышко подгребем. Такой затончик, что вот на поплопопер ничего пока что, а вот на толстер есть. Ну вот такой. Такой, это, ну да. Харикан. По-моему, называется харикан. Так, есть что? А, опушар. Ничего. Чувствуется сразу, что ты говоришь. Ну, в общем, на хорватское яйцо пока выходов вообще ноль. Попробуем толлспиннер, что там, Андрюха. Есть? А, я думал, ну, уже там, ну, в сторону, Андрюха ну, думал, тянет так-то. Ну, в общем, на хорватское яйцо пока вообще выходов ноль, как бы на толлспиннеры поклевки есть. Сейчас будем плывать уже с затончика, будем дальше продвигаться, да, по речке. Ребят, смотрите, лось. Лосиха. Поплыла, не? Вот смотри, как глубину как раз померяем. И да. Ловим, но... щуку ловим, а тут она просто вот возле борта плавает, смотрите, какая.
короче. Ну такая она киложка, не знаю, что она умерла, киложка, конечно. Может, даже больше киложки. Что она умерла, конечно. Вот. Печально. Ну такая приятная, приятная была бы щучка. Не знаю, что она откинула кони. Ну, в общем, славляемся вот уже позади затончик. Там рыба плюхается. Видно, что в траве стоит. Обкидали здесь такой тоже затон. Ну, силиконки бомбим. Силиконки пока и, может, потом позже чублесники пойдут. Ну, в общем, поклевку щуки мы успели все-таки. Ну, не засняли, но, по крайней мере, рыбка без хвостика. Андрюха первую, так сказать, поклевка была. Закинул в то же место, думаю, добрать. Подцепил, тяну, думаю, ну, что-то тяну. И ничего. Откусила хвостец. Опа, есть. Вот я ее взял. Да, вот. Все-таки она уебнула. Да, все-таки наконец-то. Давай, подводи. Подрав, так, пока не сойти, пока не сойти. Ну, видно, не что лично. Ну, это так. Мой хвост у нее, ёпта. Ну, так, тяни, не тяни. Ты подтягивай, я возьму. Ну, так а как мне ее подтянуть? Не крупная. Все, с почином тебя. Хорошо засек, это уже не сошла. Улыбнись уже. Покажи пасть, может там хвост. Блин, я весы не брал. Хвостик мой. Ну небольшая такая, полкилограмма, наверное, где-то. Покажи пасть, может хвостик там теряет. Даже пятки еще висит, она стоит просто. Вот, пятка. Стоит в этой. Сейчас мы тебя. Ну что, первое, которое вытянули. Так, ну что, маленький. Вот она. Ну, что-то. Песница, что сказать? Песница. Практически размером силикон, бля. Ну, силиконка. Силиконка, вот. Так, ну что, беги. Расти большой и толстый. Так, ну на рыбку вот, ну вдоль так и предполагал, может она все-таки такая маленькая завернула хвостик, не заглотила. Ну, кстати, за этот час, кстати, поклевки почти все, да? Ну. В общем, по затончику это как бы обловили. Ну, поймали мелкую, по сути, и все. То есть какие-то там штурки видно, что у берега стоят. Вот. Сейчас дальше попробуем ловить здесь по берегу. Куртоваться. Вот. То есть, ну, за нами, получается, там поймали щучку. И сейчас дальше вот будем вдоль кушинок этих облавливать. Опа, есть. Опа, все есть. Андрюха, давай. Давай, давай, так же, может, давай, даже, давай. Может, меньше даже, чем та. Окунь? А ёб, ты забавился. Может, они крупные. Окунь крупный. Окунь-то да. Нормальный кабанчик. Хороший кабанчик. Беленькая работает, блин, хорошо. В общем, заплыли мы. Тут затончик такой прям здоровенный с Андрюхой. То есть тут прям здоровое озеро, то есть попробуем здесь покидать, сейчас уже даже всплески были щуки. То есть, ну, большие надежды как бы на это озеро. Хорватский цой, лягушечка там, покидаем какой-нибудь поппер поверху, который плавает. Ну пока тут были, тут еще только заходили в затончик, уже всплески такой были, ну скорее всего щука даже была. Не знаю, мне кажется сразу будет на поппер такой, ты хорватский цой точнее, а там уже посмотрим как она будет. Ну большие все-таки надежды, этот поппер, он цепляется поменьше. Ну вот, чисто что один крючок, конечно, организация тоже. И рыба, такая. Кстати, тоже. Да. Зацепляется поменьше. Рыба тоже зацепляется поменьше, да. Будем смотреть, ребят, погнали. Так, Андрюха опять это отлавливает. Окунище, наверное, а? Окунище трясет он головище. Хороший. Хороший кошек. Все такие стандартненькие, пизда. Между двумя руками забагривается фихи. Да, уже точно не сойдет. Ну нормально, уже какой пятый? Четвертый. Четвертый, да.
Так, у нас пока по нулям. Ну, выход был один на этот, на хорватское яйцо. Вот, но на плещется вообще, ну, такое чувство, что это щука, но как-то выхода маловато, если такое будет еще жабка есть сладкая. Что, ребята, вот и я разловил все-таки. Какой окунище здоровый. Получается, что тоже толспинер. Ран 30. Да, вот такой. В общем, по толспинеру у меня такой вот полосатенький, а у Андрюхи вот, что щучка вот, полосатенький такой. Красненький, черненький. У Андрюхи такой вот, более фиолетовый. Я вот не помню, по-моему, 7 грамм. Ну да, не 7 грамм, наверное. По-моему, 7 грамм. В общем, голавлик на толспинер, ну, на 3 кружка прям намертво зафигачился. Я думаю, слишком-то как-то он легко, но что-то есть. Сейчас его тоже отпустим, ребят. Ну вот плывем, в принципе, уже не знаю, сколько тут. Всего, может, часа 4 плывем или 5. Ну, пока так, что есть. Что? Блядь, сошла. Сошла на новый воблер. Офигеть, покажи, смотрите, ребята, короче, пока тут, пока Андрюха тут плавали, нашел воблера на кусту, на кусте. Короче, блин, нашел воблера с третьего заброса и съебалась щука. Пипец, ну тут, блин, недавно, кстати, мне кажется, бомбанули, еще крючки даже не заржавели. В общем, что тут, шат, XDR, вот, воблер, 80 футов. И что тут 80, да? 8, ну это размер 80. Короче, жесть. И сошла под самым берегом. Я уже думаю, ну все, сейчас. Да, прикольно. Вот, ну что сказать, короче, проплыли. Значит, здесь перспективные места там были, так сказать, такие прямые, особо даже не снимали. Перекусили, ну... Сейчас жарко уже, особо что-то не поклевывало. Сплавлялись, вот такой подарочек. Ну, будем дальше продолжать, посмотрим еще. Вообще Путин, может, даже половину только проплыли. Давай, что тут Андрюха сегодня разошелся. Так. Ну-ка, Андрюха, улыбнись. Тянет уже. Нет. Ну, не крупная. А такой ножик. Опа. Ой, свечку я отпустила. О, блин. Главное, эту желтую захотела, а я кидал тут, не знаю сколько, ну, раз, наверное, 10 закинул, такой вот, коллектор 110, ну, не захотел на кислотный что-то, а тут он желтую сразу, с первого там, заброса виброхвост. С третьего? Ну, с третьего, да, ну, все как-то кидал тоже, подцепил, ну, нормально, потиху что-то ловится. Такой, акушара. Наверное, самый мелкий. Да, кстати, мы уже, наверное, часа 4 ничего вообще не ловили. Плывем просто так по течению. И все уже, вообще уже и жара прошла. Вот. Там ни одной поклевки даже, это вообще какой-то бред. Скучно, хоть немного уже этот клюнул, так немного повеселее стало, если честно. Это уже скоро и конечная точка наша будет. Будем смотреть, но под вечер как бы, хотя очень сильный вечер, по сути, ничего нет. Ребята, видали когда-нибудь такую штуку, а? На воблер 110-й. Акушара забагрился, блин. За плавник его, за жабру. И еще... Андрюху, походу, поймаю. Ну, вот это, конечно. Вот это, конечно, да. Так, ну что? Андрюха опять бомбит. Такой. Наверное, небольшой, не? Ну, такой, стандартный. Нормально. Ну, под конец уже потихо. Да. Догоняет. Толспинер рулит. Ну да, это все от толспинера. По сути, вот это все, это толспинеры. Что, ребята, такая выдалась у нас поездочка, как бы. За целый день мы сумели все-таки столько поймать. В основном как бы все на толспинеры получается, там щучка на резинку выпала. Вот, ну в основном толспинер, короче, я на воблер еще одного окушка словил, получается, и все. То есть, ну может, килограмма два вместе все и будет. Вот, в общем, подписывайтесь, ставьте лайки, кто может. Спасибо, пока.